Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан. Я совсем забыл про араба, и сегодня я хочу восстановить его первую реакцию. Всем приятного просмотра. Ассаляму алейкум, хабибати! Добро пожаловать на очередную реакцию араба. Сегодня мы делаем реакцию на то, что было рекомендовано 1000 миллиардов раз. Весь интернет им кишит, и реально сложно пройти мимо него. Да даже с тех пор, как этот канал появился, как только захожу по своей учетке, везде и повсюду в ленте этот Димаш. Димаш. Алгоритмы Ютуба хотят, чтобы мы посмотрели Димаша. Вы тоже этого хотите? Ну так давайте посмотрим. Я, честно, не знаю, что это за чувак. Вообще ничего о нем не знаю. Рассчитываю на вас, что вы поможете мне в этом деле. Я ожидаю что-то невероятно феноменальное, так как я видел на главной странице, что там огромное количество просмотров. Там миллионы и миллионы просмотров. У нас завышенные ожидания. Планка очень высока. Димаш Кудайберген. Кудайберген? SOS Дантерия and Детрес. Это на французском. Дантерия and Детрес. And Детресе. А нет. В конце же не произносится. Поскакали. Что это? Он и вправду так поет? Да... Что это такое за диапазон? Немного больше. И даже так. Это что за диапазонище? Это ж беспредел. Тебе не следует выходить на сцену с таким голосом, потому что после такого все остальные певцы никто. Да как так? Какого Хусейна? Что за черт, чувак? Это же, блин, ненормально. Джоуи, ты это слышал?
Святые Эмираты, что происходит? Нет. Подождите-ка. Подождите-ка. И потом... Салам алейкум, Мэрайя Кэрри. Да он же нифига не человек. Да что за... Что за байда? Джоуи! Спаси меня! Что вообще происходит? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? J'y crois comme les autres. Qualité notre monde. Итак, будет лучше, если в жизни он будет подонком, просто подлецом. Знаете почему? Потому что ему можно. Он это заслужил, черт возьми. Его техника безупречна. Сценическое присутствие просто офонарить. Его звучание чертовски прекрасно. И три эти вещи вместе делают его самым величайшим певцом в мире. Добавьте сюда этот голос. И широченный диапазон, который я больше ни у кого и никогда не слышал за всю мою жизнь. Он, наверное, подлец. Думаю, тот еще подлюга, но у него есть полное на это право. И я клянусь Богом, если он еще и окажется хорошим человеком, то я просто приду в бешенство, потому что такой парень не может быть хорошим. Он вообще может делать что угодно. Если он зайдет в ресторан, а там не будет мест, то люди пошли все в баню отсюда. А если он зайдет в аэропорт, чтобы полететь куда-нибудь, то сразу дайте ему билет в первый класс. Проходите, присаживайтесь, и никто ничего ему за это не скажет. Ему не надо будет платить за еду, не надо платить за полет. Да ему ничего не нужно будет платить. У этого парня должны быть свои дома в каждом уголке нашей планеты. Этот парень, он же не человек. Это следующий этап эволюции в пении. Я как певец вам говорю, это войдет в историю. В историю? Что он там делает? В этом треклятом шоу. Он же может петь где угодно, в любом месте. Он это эволюционировавший человек. Он как X-Men. Он мутант. Он эволюционировавший. Он лучше всех нас.
Это у него в генах. Это то, кто он есть. Он, конечно, немного над этим поработал. И вот что получилось. Честно, мне было вообще пофиг на песню. Какая разница, что он поет? Стоит ему только начать петь. Это просто невероятно. Я часто так говорю, но сейчас это слово сполна отрабатывает свое значение. Когда я пою со своей группой, то иногда говорю: «Сделайте тональность чуть ниже». Они делают ниже на полшага. И мне все равно не удается взять ту ноту. Этот парень никогда не проходил через это. Любую песню, которую мы смотрели на этом канале, любую-прелюбую песню, этот парень сможет спеть. Он тут все перепоет. Его невозможно сравнивать с другими певцами. Я не знаю, но давайте объясню вот так. Вот тут все певцы мира. И Флор Янсен, которая восседает на троне. Она самая величайшая певица в мире. А Димаш, он вообще не из этого мира. Нет смысла сравнивать. Нету. Я злой. Очень злой. Я просто в гневе. Потому что что это было? Это просто неизмеримо. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся, если вы хотите поддержать наш канал. В комментариях напишите, пожалуйста, все, что вы знаете об этом чуваке. Он что, француз? Победил ли он в этом конкурсе? Сразу ли он родился таким красивым и с таким потрясающим голосом? Я в абсолютном восторге. От этого парня по имени Димаш. Это превосходно. Спасибо вам за рекомендацию. Саламат. Он сидит манзара, бе. Шар хайвен. Шухал, бро. Like this is муштабие. Шухал хайвен. Всем спасибо за внимание. Надо как-нибудь перевести реакцию на эту Флор Янсен. Думаю, вам будет интересно. Также не забывайте подписываться на наш Телеграм. Там я публикую запрещенные реакции и заставки. Всех люблю, всех обнял. Пока!